Так, друзья, приветствую на канале, с вами Mortal. Сегодня такой необычный ролик будет у нас на канале. Сегодня поиграем с одним замечательным дроном. Возможно, вас некоторые дроны интересуют. Допустим, вы недавно прокачали, приобрели дрон, или вам, возможно, откуда-то он выпал. Ну, хотя сейчас, в данный момент, они ниоткуда не выпадают, но в прошлом году вроде бы было одно мероприятие, в котором выдавали один дрон-спасатель, вроде бы это как раз день рождения танков было, тогда дрон-спасатель выдавали всем бесплатно. Возможно, откуда чего-то дрон где-то вы получили, возможно, выиграли в каком-то конкурсе, либо случайно приобрели и прокачали, и до сих пор не разобрались, как он работает. Поэтому, если у вас есть пожелание, скажем так, записать какой-нибудь ролик, тест какого-либо дрона, то пишите в этом в комментариях. Если вам подобные ролики будут нравиться, то поддерживайте лайком. Сегодня будем тестировать дрон-диверсант, который позволяет ставить большое количество мин в виде ромашки. Дрон на самом деле у меня прокачан, у меня все дроны прокачаны, поэтому именно в прокачанном виде будем тестировать, как он работает и так далее. Сегодня, кстати, с нами на голосе Саня. Можешь поздороваться. Всем здорово, парни. Планировал на самом деле ролик записать в соло, то есть одному поиграть как-нибудь в дефе, попробовать с этим дроном, как же он работает и так далее. Но придется с Саньком записать, поскольку у Сани тоже есть дрон. Практически прокачан, буквально двух шагов не хватает, но как мы поняли, что разницы особой между этими дронами нет. Поэтому поиграем с Саней, он будет играть на Титане. Выбрали именно корпуса Титана, поскольку овердрайв позволяет, скажем так, поставить купол. А если у нас будет два купола, то скорее всего мы будем прям долго жить и скорее всего сохраним все свои поставленные мины. Надеюсь, по крайней мере. По поводу пушек будем играть, я буду на ресе скаутом, поскольку показывает практика, что особо он не изменился после обновления. В принципе, также круто себя показывает, нагибает и так далее. Саня поиграет на фрезе, который на пробитии, который недавно в челлендже давался. И, в принципе, наверное, нам в этом плане поможет, будет быстренько пробивать. И, скорее всего, парни либо будут на минках быстро погибать, либо же я буду скаутом ресой стараться очень быстро выносить. Не знаю, что из этого получится, но попробуем поиграть именно в дефе. Посмотрим, как такие небольшие комбинации покажут именно в дефе, как сможем и задефить, проиграть, не проиграть. Кстати, по поводу устройств на корпуса, на корпуса устройств использую именно от оглушения, поскольку зачастую, наверное, в захвате флага используют хоппера, атакующие, которые пытаются флаги возить и так далее. Поэтому я против хоппера взял. Саня вроде бы взял от пробития, поскольку от оглушения у него нет, к сожалению, нигде не выбил, не приобрел челлендж, возможно, какой-то и так далее. Поэтому будет стараться Саня защищаться от именно харьков, которые, возможно, будут пробивать купол. Может быть, вот так вот. Битва, к сожалению, грузится долго, но ничего страшного. Может быть, Саня пару слов сейчас скажет, потому что он попросил меня пару слов хотя бы ему дать, поскольку я всегда его перебиваю, не даю слова. Поэтому, Саня, слово тебе, пока мы грузимся, скажем так, в бой. Да, как в том видосе. Привет, всем пока. Сейчас Миха меня все сказал. Да, ребята, будем сильно не судить. У меня, короче, дрон не прокачан на два шага, только сейчас качается, конечно. Но там он мины ставит, а также, типа, только мы с Михой потестили, только на 0,2 миллисекунды. Ну, это такое, думаю, типа, блин, бред, как бы мне, как бы, нагибать должен. Думаю, сейчас нагнем, только в битву загрузимся. Да, и если есть какие-нибудь пожелания, возможно, записать ролик, как лучше атаковать, на каких дронах, какие использовать и так далее, какие лучше дроны в плане, там, не знаю, экономности, там, допустим, которые дроны не тратят ваши расходки, а только батарейки и так далее, то напишите об этом в комментариях, чтобы мы понимали, что протестировать. Возможно, вместе с Санем еще что-нибудь протестируем, либо я сам где-нибудь запикаю с чего-нибудь, какой-нибудь дрон крутейший протестирую, разберусь, расскажу, покажу, как нужно играть, допустим, на нем и так далее. Поэтому пишите ваше мнение. А мы с Саньком потихоньку грузимся, наконец-то, и карта прям лютейшая, на самом деле, песочница, поэтому включаю быстро мышку, и мы пробуем с Саньком просто уникально сейвово играть и дефить эту базу. Против меня уже хоппер залетает, который на бустер играется. Они уже минки поставил на центре. Твоя задача поставить минки, наверное. Хорошо, я еще гружусь, Миша, нет. Я понял. Только ты отключил то, что я тебя просил, чтобы тебе быстрее загружало. Да, да, да. Хорошо. Но первый флаг мы уже пропускаем. Понял. У нас, кстати, а, это ты уже загрузился. Я думал, фриз какой-то. Я Саню всегда путаю, у него краска новая теперь модная. Да, я не, все, то, не понимаю, Саня, не Саня. Буду на этой набивать. Да. Так, Саня, тогда на штоке стой, я пока что выберу немножко свою вот тактику. Вот Саня быстро пробивает, на самом деле, прям на минах парни за секунду погибают. Да, там этот сводится по мне, Мишаня. Помогаю еще сейчас. Молот, блин, меня разобрали, да. А молот опасный, которого Саня сейчас быстро пробьет, и надеюсь, на минках где-нибудь подорвется. Санечек, блин, садился. Ну, пока, ребята, опасно, еще и карта такая, на самом деле, очень открытая, и очень тяжело тут отыгрывать будет. Ставить флаги. Но попробуем что-то реализовать. Но пока такое себе у нас команда. Что-то
не совсем удачно попасть. Не знаю, ребята тоже, то ли деферы, то ли еще что-то. Пока не видно где-то в атаке их. Что-то не пока. Ну сейчас наши проснутся, у нас только три чела играют, как бы. Ну, блин. Да. Шань, я пойду. Я пробиваю, ты добивай, ты говори, ничего. Да. Пока играем в дефе, не знаю, если вдруг. О, ребята ждали, поэтому. Не знаю, Санечек, давай ты оставайся в дефе. Мы хоть и деферы, но я так понимаю, смотря на команду, нам в атаке никто не поможет и не везет флаг. Поэтому ты ближе к дефу играй. Я попробую еще где-нибудь в атаке поставить сочный аппетитный купол и попробовать все же вести на Титане. Карта позволяет, в принципе, небольшая. Поэтому расстояние небольшое, поэтому постараюсь быстро увести. Пока вроде получается, мне ставлю купол быстренько. Мишаня купол тут поставил, потому что мне страйкер сходился. Я уже увез, поэтому прям четко и вовремя ты его поставил. Так, один флажочек есть, теперь ближе к дефу играем. Надеюсь, наши справятся, хотя у нас третий титан появляется, куда титанов так много. Мы сейчас новую имбу придумаем, походу, танка. Да, как флаги возить. Возить флаги. В планах было как дефить, в итоге флаги возим на титане, но меня слили, Сань, поэтому старайся дефить. Ок. Наши, кстати, чего-то пытаются, но их разобрали, к сожалению. Ну, слушай, у меня такое ощущение, что у меня КД очень долго. Блин, надеюсь, это только у меня такое ощущение. Ну, дрон, по-моему, КД что около 40 секунд, поэтому на самом деле да, минки не так часто можешь тоже ставить. А? Да. Но поскольку нас два, поэтому мы можем минки все чаще и чаще ставить. Мишаня, иди за флагом, у меня есть купол. Давай, у меня это, кстати, тоже появляется. Там Васпик где-то слева был. Я, к сожалению, сейчас попал по парню. Сейчас поставим на всю базу и будет нормальный дэн. Так, хорош, ты вовремя пробил, сразу на минках подорвался. Кстати, вот прям фриз пробитием и минки с диверсанта прям, по-моему, очень круто смотрится, да, в плане, да, комбинации. Да. Челик едет, я его пробиваю, он на одной минке подрывается, а никак на защитник даже не помогает. Я думаю, что это вообще имба, это люто, типа, блин. Да. Так, Саня, пытаюсь возить, у меня от оглушения есть, поэтому можно помочь немножко мне. Хорошо, едем в село. Ой-ой-ой, да. Я сейчас зарвусь, Сань. Аккуратно, не торопись. Нет, брат, я назад. Так, ну, назад. Наш диктатор, кстати, попробуй сейчас вести, может быть. Ты пока живи. У меня страйкер сводится. Да. Еще и викинг на овердрайве. Давай на минке его. Хорошо? Хорошо, шикарно. Рельса сзади, Мишаня. Ой, я не заметил. Дал ей. Еще давай пробивай. Еще один молот залетает. Нет, даже не то, что диверсант плюс фриз, даже фриз плюс ресет скава, там тоже неплохая комбинация, прям. Так, перезарядка моментальная, урон моментальный с пробитием. Ой, вот диктатор прям тоже у нас отлично попался. Прям атакуеров у нас лютых нету, но все равно, ребята, Саня, чего-то мы не рассчитали. Ай. Это мы протупили. Не обговорили этот момент, кто чего прожимает, когда, поэтому два купола ушли никуда, скажем так. Ну, один. Ну да, один. Продолжаю минироваться, мин, в принципе, полно, но страйкер, который у них играет, очень опасно, на самом деле, и викинги, которые тоже... Ой-ой-ой. По-моему, мне пролагало немного. Даже не видно было, как ракеты летят. А я не видел, как он свелся даже. Он наш увозит кабанчик. Давай поможем. Давайте, я страхую. По киберспортивному подобрал. Только хоппер у нас летит. Он опять сводится. 8 ракет. Я купол пойду. А, овердрайв уже забрали. Аккуратно, Саня, рельса, поэтому прижмись к стенке. Вижу, беги. Я бегу. Село. Дай ее пробить, блин, пробью. Давай. Дал ему. Нормально. Блин, ну меня разобрали. Ну, страйкер вообще, конечно, у них модный парень. Юнки остается, Санечек, дефиш. Купол есть у нашего. Но боже, должны подобрать. Но должны подобрать. Ну, надеюсь, да. Я уже думал, они подберут парня. Давай. Челики. Я пойду, наверное, в атаку съезжу. Возвращать нужно. На титанах в атаку, конечно, такое, но с такой командой только да. И так. С одной стороны, вроде планировали дефить, но... Как показывает практика, все, что планировал, периодически меняется. Поскольку с такими командами, которые матчмейкинг, бывает, что... Ты попадаешь, у тебя либо все атакеры, либо все деферы, нужно потихоньку под них подстраиваться самому. Я купол поставил, а челик наш с флагом вы... Не понял я его, конечно, зачем он вышел с флагом, блин. Это его. Так, у нас хоппер слева стоит. Я минки, конечно, поставил. Возьми у меня флажочек, может он прыгнет сейчас. Давай. Да. У меня так глушение есть, поэтому мне проще будет. Давай, Сань, ну вернуть нужно, конечно, мне по-хорошему. Вев страйкер, кстати, сводится. Которого я слил, нормально. Как я не доеду туда. Так, я нашему диктатору скидываю, поэтому... Надеюсь, он не потеряет и сам ворвусь. У меня есть это глушение, есть овердрайв и все, что можно...
Давай, жмем его, я то, что нужно для возврата. Давай, давай, давай. Я тоже насрущу. А, у меня нет. У нас вернули. Купол ставь. Да. Давай поиграем тут. Давай, поиграй. Я не могу вернуть, Миша. Нормально. Бомба. Так, верни, верни, Санечек, они наши везли нормально. Только я погибну сейчас, и минки сплохнут. Пока, Миша, чтобы было приятно им не делать. Да. Гаусс, который везет. Но я надеюсь, Гаусс поставит, потому что он прям медленно едет. Хотя наш молот, точнее их молот, чуть ли не вернул. Мы возвращаем. 2-2 счет, блин. Да я не успею на Титане, был бы на Ласпике, доставил бы. Да. Смотри, как красиво. Ай. Ну вот ничего сыграли, парни. Ну, на самом деле, планы были одни. Оказалось то, что мы пришлось на Титанах не только дефетящие флаги пытаться возить. Не знаю, на самом деле. Ролик, конечно, классный. Напишите об этом ролике что-нибудь в комментариях. Хотели бы что-то подобное видеть, но, возможно, чтобы реально кто-нибудь из нас дефи поставил. Поскольку, ну, как видите, вроде бы одно планировали, но поскольку видно, что команда, которая не готова возить флаги, все же ближе всех к дефу, а мы не можем ставить и проигрывать чисто. Поэтому пришлось и в атаку ехать. Хоть дроны, наверное, в каких-то моментах не сильно решали, поскольку мы атаковали, но в дефе, когда стояли, когда Саня успел пробивать и там рису давал, то, в принципе, в каких-то моментах прям сильно помогали нам. Такой-то ролик, Саня, если есть какие-нибудь слова, можешь вставить и будем, да, наверное, там завершать. Можно, если хотите, за вторую часть, лайкосики, подписочка, и мы снимем смешание, я стану в жесткий... Так, жесткий, и чего-то я пропал. Что-то пропал, Санечек. Жесткий, куда? И стану жесткий деф, а Мишаня будет атаковать, и увидим, что с этого будет. Да, парни, ну давайте. Желаем хорошего дня и до скорых встреч. И пишите что-либо в комментариях. Давайте. Давайте, ребята. Всем пока.